Вітаю, це програма стосується нас. Сьогодні ми поговоримо з южницями про складнощі пересування по місту, а саме про покриття тротуарів та відсутність вуличного освітлення вздовж профілакторію та на шляху до мізу. Второй микрорайон, это как раз отрезок от Шевченко до Приморска. Здесь как раз идет сегодня активная застройка. И вот те моменты, которые здесь образовались, мы видим, что здесь на дорожке есть провалы, просевший грунт, разрушенное покрытие. Это как раз вот результат работы строительных компаний, которые здесь ее пересекают. Ну вот. Учитывая, что была зима, сейчас она еще у нас заканчивается. Это снег, это много осадков, это замерзающий грунт, размерзающий. Но сейчас это все эти, как раз эти... Видно результаты этих работ, там просел грунт, дорожки там находятся в таком нехорошем состоянии. На буквально начало весны, там, через месяц, мы уже спланировали, сейчас будут все предписания оформлены строительным компаниям, которые здесь работают. Каждая организация получит предписание, и в течение марта месяца мы эту дорожку приведем в порядок. Если где-то есть такие, которые от времени отрезки пострадали, это текущий ремонт, он тоже запланирован на балансе города. Поэтому это просто вот временное такое неудобство, потому что сейчас еще продолжается зима, мокрый снег, осадки, и поэтому сейчас эти работы производить не очень хорошо, потому что грунт еще проседает. Я думаю, что мы в начале весны наведем здесь порядок. Капитальный ремонт этой дорожки пока не предусматривается, потому что продолжаются работы, это еще активные. Вот по второму микрорайону, вы же знаете, мы же как бы понимаем, что мы и дороги сейчас пока не делаем. Мы делаем в первую очередь те, которые уже находятся в тех местах, где не ходит тяжелая техника. Эта дорожка будет приведена в нормальный вид. Это я могу гарантировать. Проводим опрос по поводу качества полотна вот на этой пешеходной дорожке. Часто сюда ходите? Да, как очень. Состояние? Отвратительно. И грязь, и ям. А чего бы взамен хотелось здесь? Ну, можно и тротуарную постелить, почему нет? Можно и асфальт постелить, в принципе. Выбор-то у нас большой. Темноватенько. Да и во дворы заходишь, во дворах тоже не особо светло. Можно было включить бы фонари, потому что когда зимой очень сильно темно, собаки здесь часто гуляют. Да плохо, особенно когда идешь ночью и люк выскакивает, и ты можешь споткнуться и сломать ногу. Да, почему-то они начали включать именно в 6 часов, когда идем. Обычно тут ходят люди, и уже когда теряешь что-то, уже не найдешь. Ну и плохо то, что не выключают свет, особенно когда дети ходят одни. Тут бы хотя бы сделали нормальную дорогу, ну и для велосипедов тоже, чтобы дети. И освещали, ну, в часов 4, когда уже начинает темнеть. И сделали нормальные пешеходные переходы. Ну вот с той стороны мне качество не нравится. Болото в некоторых участках. И освещение, ну как видите, тоже нет. Нормально все. Есть места, где можно было бы лучше сделать, конечно. Освещение вот хромает. Да, я здесь всю жизнь проходил, как бы это. Ну как, освещение немножко приупало, но еще дорога, в принципе, относительно нормально. Учитывая, что творится в нашей стране, то еще в Южном, в принципе, слава богу, все хорошо, более-менее здоровье. С освещением, да, немножко
немножко. Но сложности во всей стране, точно то, что в городе Южном хуже всего. Сложности везде. Света не хватает. Не хватает света, отражателей. Такого, конечно, хотелось бы. Очень темно, ничего не видно. Вы знаете, если не присматриваться, можно упасть. Ну, хотя бы освещение, чтобы было. Освещение. Ну, а как? Ну, вы же сами все видите, какое здесь. Ну, освещения нет. Покрытие должно быть лучше. Все понятно, по-моему, все очевидно. Ужасно, отвратительно, да. Надо что-то с этим делать, потому что болото тоже. Болото по болоту обходим. Плохое качество. Ну, освещение было, сейчас что-то нету. И что бы сделали, ну, не знаю. Там ямы заделали хотя бы, чтобы не спотыкаться. Я їжджу 4 роки цією дорогою на роботу і з роботи в любу погоду. Я так думаю, що якщо ті водії, котрі їздять по цій дорозі і бачать, що я їду на велосипеді, то я їм мішаю, бо в мене швидкість не та, як у них. Мені потрібна велосипедна доріжка. Я бачу, як ходять люди на роботу. На роботу ходять в склади, потім підприємці там повідкривали свої робочі місця, там такі як завод, електрозавод. От. І багато людей йдуть, бо їм нема де їздить, ходить. І мені нема де їздить, а їм нема де ходить. Я з своїм світлом їжджу. Тому я не дуже замічаю. Мені треба, щоб мене бачили як спереді, так і ззаді. То в мене такий фонарик. Проблеми зі світлом, починаючи від лікарні, я так розумію, так? Так, на місці є світло, є. Там відкрився підприємець, і дуже вантажні великі машини розбивають обочину. Ця обочина, по ній проїхати неможливо. І там тільки треба мені їхати по дорозі. От. А там дуже швидко їздять машини. І так же і люди ходять там по дорозі, тому що по проїжджі, ну, по обочині пройти неможливо. Там таке зробили машини, перекалаполуцили цю дорогу, що по ній ходити неможливо. Желательно, чтобы было лучше. Да, я хожу в гараж постоянно. А вечером тут ходили? Темно. Хотелось бы, чтобы она была лучше. Особенно она неудобна для мамочек с колясками. Им приходится выходить то ли на дорогу, на проезжую часть, то ли выходить на травку, если она сухая. Хорошо. Обходить места ливнеприемников. Для того, чтобы обслуживать освещение, должна работать, соответственно, как бы вышка, выезжающая машина, вот, которая работает с опорами и так далее. У нас, к сожалению, так построена система закупок. Чтобы закупить топливо, нужно провести тендерную процедуру, она занимает какое-то время, поэтому как бы, какой-то период у нас есть сложности технического плана. Это тоже вот как раз этот период, как раз от начала года, январь-февраль. А буквально в ближайшие дни, я думаю, к выходным уже эта линия должна будет нормально функционировать. Вот. И в течение там, ближайшей недели, в принципе, все освещение по городу уже будут подтягиваться те хвосты, которые накопились за этот период. Это просто организационные трудности, связанные с тем, что отсутствуют материалы, необходимые для работы, потому что начало года их надо закупать. На этой улице еще стоят старые фонари. Вот мы все видим сейчас.
уже закуплены, они находятся уже на складе. Мы закупили в конце прошлого года современные светодиодные фонари освещения дорожного, уличного, которые у нас уже сегодня есть. И эти фонари будут тоже вот сейчас вот уже в начале весны, будут на этой улице меняться. Здесь будет более качественное освещение, поэтому, я думаю, мы от этой проблемы уйдем. Що ж, ті, з ким нам вдалося поспілкуватись по вулиці Іванова вздовж профілакторії, вважають, що освітлення на вулиці ввечері є мінімальним. Також більшість опитаних згідна з тим, що покриття на тротуарі є незадовільним. А ми прощаємось з вами до наступних зустрічей «Стосується нас».